В первую очередь сковородку нужно очень хорошо разогреть, но при этом огонь должен быть не максимальный, а чуть выше среднего. И, конечно же, готовлю я на пергаменте, чтобы рыба не подмипала, потому что мы начинаем обжаривать лосось со стороны кожи. Цукини с томатами обжариваем уже на очень сильном огне, но при этом 30-40 секунд. Снимаем с огня и добавляем мяту. Быстро перемешиваем вместе с мятой и сразу выкладываем в лосось. Ребят, приходите к нам в студию, и мы вам еще не такое устроим. Тан-тан-тан.